Salam olsun her bir Azerbaycanlıya, her bir insana, her bir yani kalbinde insan sevgisi, tabiat sevgisi, canlı ruh sevgisi olan her bir bende. Bugün gördüğünüzde ekskluzif olarak başka cür başladım. Necesiniz dostlar, əzizlerim, canlarım benim. 11. bölüm prototip 2. Hop 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 hop. Okey. 11. bölüm prototip 2'nin kaldığımız yerden devam ederiz. Misyalarımızı devam edek. Okey. Лейтенант Гаррисон Пью, новобранец Черного Дозора, пилот вертолета. Кажется, мне предстоит сбить пару вертолетов приемчиками карате. Окей. Geyni basa, G hərfi klaviatura da və gəldiyi nöqtəyə irəliləyək. Aha, oradan gətirir. Burada kaçır bak. Geyni basıram oynuyor burada özü. Bıra gel. Girek cibe. Ve beyni kokmağa başlayalım. Aziz dostum. Aziz canım benim. Okey. Ola bilir biraz garibe danışır. Tabi yok. Tabi. Tabi. Biraz kod verek. O da az. Окей, DC, Всем вертолетам кроссбоу. Это кроссбоу. Передаю последние известные координаты 4-3. Окей. Там есть данные о местонахождении Даны Мерсер. Живо! Матерь Божья! Джеймс, ты это слышал? Расслабься, все понял. Если не что, Джеймс, сильно рад, Алма. Окей. Biraz soluna alaq, çox verdim elə bir. 11 tutu dağıdıblar. Что здесь случилось? Oy, 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 oy. Tema var, tema əzizlərim, getdik. Red Crown, это Рейтлер 5, видим цель, переходим на позицию для атаки. Принято, Рейтлер 5, атакуйте основную цель. Окей, okay, Хеллер, быстрее! Aa, aa, öldüm ha kişi. 8 saniye. Aa, vurmanın yeriydi. Vertolyotu уже в пути. Okey. Oy, kırgındı. Ayda, onu harcan bıraktım. Puh! Gördünüz de əzizləyicilər, əziz canlarım mənim, dostlarım mənim. Getdi, geri neyse. Red Crown, это Рейтлер 5. Видим цель. Переходим на позицию для атаки. Принято, Рейтлер 5. Атакуйте основную цель. Хеллер, быстрее! Bunu görmemiştim. Основную цель и подавить. Прием.
Ay düş aşağı öldü. Get 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 sürat artır sürat artır. Sürat artır sürat artır sürat artır sürat artır. Айда. Что? Давай. А, мне говорят, не лаза. Ну, теперь уже все чисто. Ты опять меня спас. Спасибо. Это не значит, что между нами что-то есть. Арамза не солмаган дир билдир, арамза не солмаган. Это Рэтлер 5. Мне жаль, но объекту удалось уйти. Прием. Принято, Рэтлер 5. Возвращайтесь на базу. Прием. Вас понял, Рэд Краун. Я проиграй. Сыграй. Сыграй. Вайпер 3-1. Нам поступили новые приказы. Вайпер 3-1. Я вошел, да, бюро, я им чем верю. Тарзь меня назад не лень. Ну, лоб, не гуймишься, не бала. Не хочется, не хочется, не хочется, не Доктор Александр Мюррей, специалист по ретровирусам в Гентек. Уже 7 лет. Вот где извращенец. Доктор Александр Мюррей. Какого хрена надо, док? Док, добились, доктор, что здесь салонный формасы. Сон замалок конкрет фильм нарда сериаларда ойнларда чок дейлен сөз. Доктором кыса сөз кыса дейлиши. Док. Да, окей, да, жан бейне. Насылсын? Кеймсен, жок. Окей. Кроссбоу 3-1, говорит Кроссбоу. Нужна срочная эвакуация трех вип-персон из Гентека. Они все в разных местах. Отправляем координаты. Прием. Гендер, координат, Гендер. Я почти заправился. Скоро вылетаю. Прием. Эй, Дана. Окей. Ты думаешь тоже, что и я? Уже подумала. Переслала тебе координаты вертолета. Дана, ты сам мемфилешим, Кроссбоу 3-1. Мемфилешни. Ты сэнэ... Хэмин ерин координатларын. En olmuş mentiğin kaynaklarını göndereyim. Gönder de alacağım ben. Gönder gibi başka bir şey. Çirgi gibi de var bir satı götürür.
Давай, что? Кроссбоу, говорит 3-1. Взлетаю, прием. Это ты, Сонхайм? Где Нельсон? Спасать пошел, не знаю. Короче, координаты у меня есть, я готов. Здесь. Или надо подождать? Вертолет, Серёжа, у меня есть, да? Слушай, ты летишь за очень крутыми ребятами. Они занимаются проектом «Новый тамплиер». Это какой-то мозговой центр, но больше информации найти не могу. Я их очень попрошу. Может, они мне скажут. Окей, качаю. Окей, гонор вора, контроль на гонор вора. Пробель кафе, контроль, энди. Давай. Эй, лещи. Ну же, док, залезайте. Слава богу, вы здесь! Летим, летим быстрее! Конечно, док. Как там новый тамплиер продвигается? Новый? Какой у вас уровень допуска, пилот? Да ладно, просто так тут никто не болтает. Да и я не новичок в генетической вирусологии. Что ж, юноша, мне запрещено это обсуждать, но подобное любопытство со стороны простого рядового вдохновляет. Большинство из вас невероятно глупые. Возможно, мои спутники смогут сказать больше. Zonla bir tercih edelim. İmkan verir ki oyun ya. Haydi öl de. Наивностью. Да, и браво за попытку познать столь сложную науку.
Ayda, vertolyot patladı, Allah'a şükür. Давно пора покинуть это ужасное место. Без проблем. А то как же там без вас, новый тамплиер? И что же вам известно о новом тамплиере? Mm-hmm. Видите ли, наш безграмотный друг вообразил себя генетиком-вирусологом. Неужели? Какая прелесть. Давайте так. Вы заберете нашего третьего коллегу. Ему разрешено обсуждать этот проект. И он не устоит перед вашим деревенским очарованием и наивностью. Да, и браво за попытку познать столь сложную науку. Я топ, почему добрый гадцы? Генрик, сюда! А, наконец-то спасен! Спасибо, спасибо. А теперь будьте хорошим мальчиком и доставьте нас на базу Индия 79. Генрик, знаете, это необычный пилот. Он жаждет обсудить проект «Новый тамплиер». Вирусологией интересуется. Надо же, как прелестно! Что ж, хорошо. Задача проекта «Новый тамплиер» — навеки покончить с синдромом Дауна. Очень интересно. Всего один недостаток. Малюсенький. Придется мобилизовать все войска, чтобы избавиться от трупов этих дебилов. Да-да, конечно. Но уборка гор трупов по всему миру с лихвой компенсируется огромными гонорарами, которые мы обязательно получим. Я тоже так думаю. Больные уроды, соберитесь. Я вас не трогал. Хеллер? Джеймс Хеллер? О, боже, боже, боже! О, боже, нет! Хеллер, отпустите нас! Мы вам заплатим! Да, да, мы заплатим! Ладно, $100! Каждому! 1000! 10 000! Хеллер! Но вы ведь просто шутили о новом тамплиере, да? Синдром Дауна совсем ни при чем. Это... Затяжка! Это новая технологическая затяжка! Вы же хотите новую затяжку? Старые затяжки ужасные! Да, конечно! Вы же не хотите лишить мир новой высокотехнологичной застежки! Правда ведь? Подумайте о детях! Хеллер! Я серьезно! Если вы это сделаете, потом сильно пожалеете! Да-да-да! Я виноват! Как же я виноват! Вертолет в терке, или Менделев Марташа? Сау, он шагла, халяли. Чао, придурки. Боже мой, он! О, боже, а чёрт! Нет, 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 нет! Мне должны дать за эту медаль. Ощущаешь? Burada cüz var, cüz. Thank you.
Добра. Пошутя. Все. Добра. Давайте сделаем это, капрал. Капралчик. Варма, здорово. Окей, будем на трахта. Окей, Добра! Алла! Окей, атмак сахла. Гидеора. Туллану. Ага. Срочно пришлите подкрепление. Линдси Бенхерст обвиняется в 7 убийствах. Сбежал из федеральной тюрьмы. Как мило. Окей. Дело серьезное, сэр. Мы засекли данные на нескольких командных пунктах дозора. Меня подозревать не в чем. Что за данные? Поставка снаряжения. Можно вообще перекрыть кислород черному дозору. Давай, бери. Бери. Дана,
люди Мерсера попытаются сорвать поставки снаряжения Черного Дозора. Ты понимаешь, о чем речь? Да. Ред Краун постоянно об этом болтает. Они на трех вертолетах, прямо здесь, в красной зоне. Отправляю координаты. Принято. Последнее, что я мечтаю увидеть, это куча развитых с гранатометами. База, это 4-2! Окей. Готов. Окей. Лан, чувствуешь, да, Бонов? Принимай положение второго вертолета. Окей, бана награл. И что? Бах. Окей. Окей, вот координаты третьего вертолета. Ты опоздал, Хеллер. Я забрал последнюю вертушку и уже поглотил пилота. Попробуй меня остановить. Прошу. Ну, попробуй. Сукин сын. Кабра. Как я рад, что стану свидетелем твоей смерти. Ты тупой говнюк. Мерсер об этом узнает. Ты умрешь раньше. Ну что ж, три вертолета из трех. Отлично. Алекс будет просто в ярости. Хорошо, помещай на части. Дәште мәтем исиямыза Алекс дейір чоқ рад ве рад олаза ве рад олаза Алекс әкме Алекс бұғанны Алекс Дирай жүрейна бар Сонжы контрол алу деса Алло, Мэнэ. Алло, Хеллер. Джеймс Хеллер. Выслушайте меня. Я подполковник Черного Дозора, Итан Коллинз. Откуда у тебя этот номер? У меня к вам предложение. За голову Дана Мерсер назначена награда в 5 миллионов. Скажите, где она? И поделим награду с вами 55... Дана, только что звонил тот кретин из Черного Дозора. Я знаю, я слушала. Это один из командиров танков в роте Мако. Высылаю координаты. Я займусь этим придурком. Эсас лах вейны басанды, мэн яры. Хэн яры кандасы вас атыр. Ama hələ ki mən ondan elə istifadə edəcəm. Üç dəfə yəni mənası yerə qeyri belə. Okey.
Ковра. Ковра. Вот срань! 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 И правда не безразличны. Господи Иисусе. Я из твоей башки сделаю чучело и повешу ее над камином. Ты тупик эволюции, Хеллер. Рогат. Ты устарел. Когда ты это поймешь? Рогат. Я должен воспринимать тебя серьезно? Мафия чудаки еще ёпта. Оля, че? Ваш олочи кахраман досы варды. Тут итальяшка, он сэсно ошит. Джону сэсно ошит, да, итальян Джону. Oğlum ne pusu kaçır bitti yanda. Aha. Tullanlar. Of. Ne pusu tullan. Этим-то мы с тобой отличаемся, Келлер. Я могу мыслить нестандартно. Надо. Тулла. Опана! Себи. Что ж, хватит нежностей. Крутой Джеймс Хейн. Полная херь. Окей. Misyonla keçdik. Mutasiya. Eşşen. Так, с одной прослушкой разобрались. Отлично. И Джеймс, спасибо. Без проблем. Yürelliğe 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 iç. Sürete bak, konkret kaçırlar. Kaç, kaç, canavar, canavar. Я себя шипал.
başları. Sen sırada Güreş. Доктор Лоуренс Фостер, главный вирусолог Гентек, чемпион по крикету, член Менса. Экое чему. Oradan gelir. Oradan gelir o. Aa, oradan gelir. Ah, that was bad. Я понимаю, такие меры нужны для задержания злодеев, лейтенант. Но вы же видите, я не злодей. Так почему меня не выпускают? Эти меры приняты для вашей безопасности, доктор Фостер. А теперь зайдите за ограждение. Не буду я такого делать. Мой кабинет буквально по соседству, и я не понимаю... Ладно. Вы еще пожалеете. Привет, это Дана. Тебе это не понравится. Гентек проводит эксперименты в соседней лаборатории, вариант черного света, который поражает нерожденных детей. Скажи, где? Передаю тебе координаты. Там всем заправляют двое. Ученый по имени Ван Дайвер и командир черного дозора Чапин. Ух.
Власть! База отель 27 кишмя кишит зараженными! Нарушение системы безопасности! Пришлите подкрепление! Тут полный хаос. Что ж, придется как-нибудь так. Varacak yer bize. İçeri. Я внутри. Уже вижу. Так, ученый и командир должны быть где-то внутри. Доктор Ван Дайвер, вас вызывают в лабораторию. Кажется, один готов. Угу. Надо терять. Сара чертич. Бахар. Гюзетси бахар. Не гешен газ. Чем, чем-то газ, чем-то брус. Боже, господи, okay. Этот гад сожрал доктора Ван Дайвера! Боже, okay. Не могу! Даже не думай. Я не позволю тебе все испортить. А, чтоб меня. Хеллер, как там Ван Дайвер и Чаппин? Okay. Ван Дайвер, да. Чаппин, через минуту. Оказывается, он развитый. О нет, если Алекс замешан в этих экспериментах, все okay. Может оказаться хуже, чем кажется. Söyle. А ты небось думал, тебе это с рук сойдет? Ага, типа того. Опала. Вот и лаборатория псу под хвост. Боже, а что если это происходит где-нибудь еще? Вот прямо сейчас. Ты говоришь куда? Я там все разношу.
мастерство, что-то мастерство. Ага, кошенч. Кезер. А бы джин, бля, бюн. Спайдермена пахнем. Оф, 4К-да. Как это супер. Кошен, зелда, бля. Кац. Окей. Продолжайте захват и приготовьтесь к прибытию группы Гентек. Вас понял, Ред Краун. Поймать бегемота? Я хочу это видеть. Ред Краун, это Холлоу Пойнт. Мы справились, мы захватили бегемота. А, принято, Холлоу Пойнт. Охраняйте особь, пока не прибудет Гентек, чтобы ее забрать. Прием. Сэр, говорит Кроссбоу. Мы просто хотели поздравить вас с выполнением задания. Прием. Бегемот, тупо дегерит на бегемот. Смотрите и учитесь, кретины.
Вор. Şehir. Gördünüz de necə oldu? Göyeniz olsa böyle bir tema var. Читать. Блин, кто вообще назвал ребенка Элвудом? Зашибись, родители. Снегирдич. Это будет прекрасно. Да. Как гранат, только вместо шрапнели будут крикуны. Стратегический выпуск. Неплохо. Внимание! Okay. Я следила за развитыми. Вроде бы в лабораториях Гентек они выводят более сильных зараженных, а потом крадут их для Мерсера. Супер! Все становится только хуже и без помощи Мерсера. Вот. У меня есть координаты одной лаборатории. Пересылаю. Иран, надеюсь, иран, надеюсь, иран, надеюсь, иран, надеюсь.
Алла. Пора избавиться от питомцев Мерсера. А вот не стоило изображать из себя бога. Это справедливо. Okay.
По одному, пожалуйста. Так, я знаю, что у Гентек есть еще такие места. Десятки лабораторий. Мы не сможем их все уничтожить. Спокойно, Ди. Одна лаборатория за раз. Sakitliydi. Erman sertlik. Eşek, ne yapımız açıldı? Olur olur. Bir şey. Bu kalıptı da. Səhər açıldı. Belə. Əzizlər, bu bölümdə yekunlaşdıraq. Növbəti bölümdə görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet, hələlik.